Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тайгер Скиф, и мы продолжаем в тенях Чернобыля ковыряться. Так, Дружище, не шелести особо. Да-да-да, все, бросил оружие. Поясняй. Так, привет, дружище, Волк нас уже предупредил. Дополнительные вопросы какие-нибудь имеются? Да, сколько бандитов в лагере? Петруха. Так, человек 7-8, двое в районе ворот, двое в правом здании у костра, двое в здании слева, там и Шустрого держат. По двору еще временами кто-то шляется. Так вроде все. Ну что, начнем, помолясь? Начнем, поднимай своих. Мужики, тут Волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Так что вперед, геройствовать. Так, вы только не это. Не мельтешите тут, пацаны, сильно. Работают профессионалы. Так, главное, чтобы вы в живых остались. Или не главное, я уже... Ой-ой-ой, тут еще и опасность. Я, кстати, не помню, надо, чтобы они в живых оставались. А то я-то сталкер уже, как говорится, опытный. Тыщ. Че, испугался, да? Кровь пошла. А у меня хоть аптечки-то есть? Я что-то и не помню даже. На тебе в башню. Блин, я забыл, какой этот пистолет тут слабый. Правильно, всех героев нахрен. Так, я уже троих положил. Вы там вообще стреляете в кого-то, пацаны? Блин, обойму грудак, а ему хоть бы что. Все мы вам, арапы недоделанные. Арапы. Попали. Блин, пока в больше не попадешь, он вообще неубиваемый. Чё там у вас, пацаны? Сколько еще осталось? А то я прям профессионалом себя чувствую. Ах ты гаденыш. Он вообще, походу, укуротый. На! Блин, что-то их тут много. Подожди. Я как будто не на мастере играю. Взять у Шустрого флешку. На. Take all. Да сиди, Шустрый, сиди еще пока. Не уже сидеть или выходить? Извини, ничего личного. Так, артефакт какой-то, это что такое? Так, вывер. Фабрику зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Не, спасибо, радиация мне пока не нужна. Говорит эту фабрику зачистили. Да что бы вы сделали без меня? Мне уже сидеть или уже можно выходить? Сиди, конечно. Я вам лучше колбаски пока съем. Так, они этого своего подлечили. Держи аптечку, дружбанчик. А то тебя все бросили. Нехорошие такие. А у меня больше нету аптечек. Так, это своего подстрелили, да? Ну тут я уже ничем не могу вам помочь, однако, пацаны. Тут народ звереет с дикой скоростью. А вот чего я однажды слышал. Встречаются, конечно. Да ты шо?
когда пропал один долго. Так, товар сталкер, информация о схроне. Ждут его товарищи, беспокоятся. В конце концов прибегает. Ну, остальные к нему. Что случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит... Да тут это, вот, а я тут, короче, сижу. Как обычно, так, я не помню, наверху там есть что-то у них или нету. А, тут ящики имеются. Имеются ящики, значит, может иметься и хабар. Да, который, кстати, может вниз упасть. Да, сейчас мы проверим. Так, ящики вот тут. Походу, ничего не упало. А, вот. Ладно. Так. Где я еще не ходил? Там вроде все уже обшарил. Можно идти к этому товарищу шустрому. Эй, пацаны, мне еще сидеть или уже можно выходить? Пусто. Пусто. Мать вашу, меня кто-то спасать будет или как? А что надо? Все пусто. Чё ж вы так-то? Газировку и ту не оставили мне. Да подожди, ты тут видишь? Сколько всего проверить надо? Это типа без наводки не работает, да? Ой, блин, я прям в костер прыгнул. О, а водки-то? А, и водка не берется, ё-моё. Так, надо что-то покушать, а то я так совсем от того. Эй, мужики, вы живы? Что Эй, вообще происходит? Мужики, мы живы, а вы? Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Флешку гони. Так, вот это спасибо, брат. Вот это выручил. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Слушай, мне нужна флешка. Нужна, которую ты нес торговцу. А, мне нужна флешка нужна, которую ты нес торговцу. Она при тебе? Есть такое дело. Эти олухи обыскать толком не умеют. А, ладно, забирай. Ты мне как-никак жизнь спас. Она была надежно спрятана. А эти быки даже толком и обыскать не умеют. Спасибо, а где ты ее прятал? Мало ли, может пригодиться когда. Не ниже пояса, не боись. Я давно на торговца работаю. Прятать инфу учен. Кстати, я... Быкам наплел про схрон с артефактами. Так они одного туда отправили. Схрон там действительно имеется, только артефакт там всего один. Если хочешь, дам тебе координаты. Давай. Только не забудь, там зверя всякого много. Из бандюк, который туда отправился, тоже не с совочком. Так ты будь осторожен. Спасибо, мужик. И тебе спасибо. Так, да не за что, удачи. Он что, типа работает? Найти усовершенствованный костюм. Найти усовершенствованный костюм. Давай работу. Пока сидел в плену, слышал, что бандиты говорили об их тайнике, где они хабар складывают. Слышал, что они куртку там клевую спрятали, и что на следующий день их тайник для себя какой-то монстр облюбовал. Да так облюбовал, что они теперь ходить туда боятся. Принеси мне костюмчик, будь другом, а я уж с тобой рассчитаюсь. Я берусь... Так, что может интересно, до встречи. А торговать, кстати, тебе эти патроны. Ой, говорю, патроны, короче, не нужны тебе ничего. Хотел сказать эти пистолеты побитые. Что там, бутылка водки упала? Да я вылезу отсюда. Куда побег уже? О, этого я обыскивал. Так, где это братья сидит? А что у нас тут по зарядам? Имеются, да? Так, этот более целый, пускай так будет. Ладно, это имеет значение, скажем так. Ага, тут я не вылезу. Ну, тихонько. Давай, ай, подожди. Да. Лезь давай.
Неужели тут наверху ничего нету? Похоже, что таки нету. Так, ладно, этим сталкерам не нужны случайно мои припасы, боеприпасы. Радиоактивный, радиопассивный. Не нужны пистолеты. Ну ты, блин, даешь. Что ж мне с ними делать? Ладно. Так, разрядить. Разрядить, кстати, разрядить. Не, выбрасывать пока не надо. Разрядить. Так, идем к этим. К тайникам ихним. Скрытым. За курткой. Какой-то там. Кстати, на кордоне же мне какие-то тайники открылись. О, уже целая куча. Пока сидел в плену, так, это понятно. А тут что? Тайник, оставленный Шустрым. Крест в лагере бандюков. Блин, ну, кстати, есть где пройтись. Ну, ладно. Будем пока потихоньку. Не форсировать. Я планировал пройти игру всю. А то, тогда, когда в начале канала на стримах я многие вещи просто форсировал. А теперь хочу, как говорится, посмаковать. Так, сейчас в какую мне тут сторону идти? В принципе, правильно. А, это, кстати, надо разрядить. А между тем дело к ночи. Она тут одна, я не помню. Эй, псинка. Чё, даже хвоста не выдала мне. Давай, давай, сюда беги. Чего ты? Не хочет. С дядей Скифом связываться. Там, говорят, мутант себе облюбовал территорию. Но мы посмотрим, что он там, где, куда себе облюбовал. Ах ты какой. При попадании по персонажу есть вероятность, что у него начнется кровотечение. Окей. Вот это только сейчас вспомнили, да, о том, что у меня может начаться кровотечение. Ох, вы даете. У меня уже сколько покоцали. Так, главное никуда тут не влететь. Ага, вот и куртка. Окей, нас сейчас отнесем. Куртку, курточку. Так, что у нас в журналах? Так, найденные КПК. КПК бандита с фабрики. Один братан вчера ушел на разведку на заброшенную мельницу, и о нем до сих пор ничего не слышно. Надо бы сходить узнать, куда он подевался. Так, дневник Толика. Торговец послал следить за военными на агропром. Туда приперлись всех, постреляли бандитов и военных. Нарыли что-то интересное. Остальное передаю шифром. Абракадабра, типа шифр. Кто я? Так, черт, смутно помню какую-то машину. Долго везли и болело все тело. Потом темнота. А что до этого?
А вот что было, до этого ума не приложу, бред какой-то. Теперь этот толстый мужик называет меня меченым, видимо, из-за странной татуировки на руке. Плюс это непонятное и единственное задание — убить некоего стрелка на моем КПК. Еще вопрос, мое ли это КПК? Фото стрелка, как не напрягаю мозги, не могу вспомнить, знаю я его или нет. Черт, все это напоминает дурной сон, вот только проснуться не получается. Что делать, куда идти? Хуже того, кто я? Так успокоиться, держать себя в руках. Первое, видимо, пока придется таки побегать кабанчиком по заданиям этого Сидоровича. Все-таки говорит, жизнь спас. Да и может все не так плохо. Прогуляюсь, приду в себя, глядишь, мозги прояснятся. Так, первое впечатление. Так. Воздухом подышал, зверушек местных увидел. Кстати, их я хоть и смутно, но вроде помню. Местный аттракцион под названием «Аномалии» опробовал. Судя по тому, что выжил, с ними тоже сталкивался. Но вот голова моя вспоминать что-либо упрямо отказывается. Сидорович. Хитрый жук. Понял, что меня теперь использовать практически даром можно, и этим хочет воспользоваться. Хотя, может, все-таки поможет с поиском этого чертова стрелка, потому как он единственная нить, связывающая меня с прошлым. Можно и так сказать. Так, главное никуда не вляпаться. А что, уже день, утро пришло, что ли? Так, где тут наш ближайший тайничок? Нам бы вправо повернуть. Прям вот в это право. Вот зато бегает он тут хорошо. Кстати, вроде на мастере играю, так пока легенько, даже ни разу не умер еще. Или это я уже такой мастер сталкера, что меня так просто не убить. Упс. На. Чё они все без хвостов? Собаки-бабаки, куда бежишь? Упс. Да решайся уже, атакуешь, не атакуешь. Че бегать вот это даром? А, это на поезде там надо искать. На вагончике, в смысле. А тут же артефакты просто так валяются, да? Их никакими приборами определять не надо. Так, стоять. Тут еще надо подумать, как к нему подойти. Ну как подумать, надо вспомнить. Плохо себе вспомнил. О, бухлишка есть. Так, подожди, а как же? Как-то так, надеюсь, жить буду. Что там упало? Описание. Здоровье плюс 200. Сейчас пригодится мне прям вот. Плюс 200 к здоровью. Так, сохранились. Еды нету никакой, кстати. Вот это совсем целый. Нормально. Будем считать, что шустрый рассчитался за свое спасение. Меченый. А что, тайник, кстати, не почистил полностью или что? Чего он еще горит?
Я больше таких скалолазаний не выдержу. Вроде еще все забрал. Таника Сталин и Шустром. Да подождите, товарищ, ну я же все забрал. А, вот он. Пусто тут. Как так-то? Ладно, может, с каким-то другим костюмом потом сюда вернусь. Странно, я думал, он должен исчезнуть. Разве нет? Так, тут вот еще. Возле лагеря бандитов под крестом. Еще туда можно сходить. Какие разряды. Это вот тут прям рядышком. Ага, вон крест. Тут еще вот это. Где под этим крестом? Ага, вот так. Так, медуза, радиация плюс 5, плюс стойкость плюс 2. Не, это конечно хорошее, только то, что она мне радейкой давит, не совсем нравится. Ух ты ж! Ух ты ж какой! Фу, испуг... Ах ты ж гаденыш! Вот это ты меня напугал, корешок. Кабанчики. Правда, без ничего, что-то не совсем. Но я пока живой. Где этот шустрый? Давайте уже на дорогу возвращаться. Так. Шустрый. Шустрый, ты где? Шустрый. А, это ж они ж бандюки, еще будут сюда приходить постоянно атаковать. Так, Шустрый где-то говорит здесь. Сидит. Фуфло. Что можешь интересного рассказать? Так, ты не Шустрый. Что можешь интересного рассказать? И ты не Шустрый. А что меня сюда при... А, это... Бах, тут я помню. Пацаны висят, типа, им нужен задание сдать, хотя задание должен сдать Меченый. Короче, задание должен сдать Сидоровичу. Разведчик из группы Волка. Или к Волку надо подойти. Ну, короче, не без багов. Так, хорошо, возвращаемся в лагерь. Тут-тут-тут-тут. Тут, кстати, на остановке, не помню, есть что-то вкусного. Наверное, ничего нету. Я только сейчас не помню, вот эти пистолеты Сидоровичу можно будет загнать или нет. Ух ты ж! Собачье. Дождь. А у меня костюмчик промок. Как жить?
Прячу оружие. Не кипятись. Не мельтеши. Так, шустрый у нас прячется в этом домике, да? Поднимайся. Дороги бархатом... дороги бархатом, сталкер. Я по поводу задания. Задание выполнено. А вот и гонорарчик. Кольчужная куртка, каменный цветок. Найти предмет. Так. Есть работа. Так, на данный момент ничего нет. Хорошо. Торговать ты со мной не хочешь. Ты мне дал каменный цветок, да? Радиация плюс 5, плюс стойкость плюс 3. К сожалению, мне такое не нужно. О! Пацаны подогнали. Чё, без этих? Без пулек? Как он, кстати, называется? ПМ. А этот ПБ1С. Ну это так, на всякий случай. Так, хорошо, на этом сегодняшнюю серию заканчиваем. Все, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, оставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.